Привет, круто. Так, я вернулся. А где ты был? Я вернулся, я бренько сделал Кристине бутики. Нормально так. Ты. Где? Где Нимакс? Нимакс тут, все тут, кроме тебя. Ждем тебя только. Особенно приглашение тебе надо. Я Ули спер. Где он? А ты его выкинул? Нет, Ули, я пересоздал лобби. Я? А, блядь. Плохо. Я самого себя. Потому что ты смотришь рекрута темпу? Потому что, блядь, рекрута мутся. Или кто-то замутся. Замутите меня просто, я там. Рекрут. Все, я замьютил себя. Рекрут, ты вот, если бы даже не создавал нового лобби, ты выкинул тут улей. Нахуй он туда мне надо, если я выкинул? Ну вы только не подсказывайте, а то Виктор там начинает говорить, дверь гидравлическая, там то, все, 5-10, так это самое интересное. Просто я впервые игру, блядь, вижу. А просто не слышал, но впервые вижу. Если бы я хотел бы полить, я бы очень многое сейчас говорил. Someone will enter the onslaught, the attack any living creature, then he will last until the hail in hive and completely extinct themselves. Which can take hours or days, so they have been known to leave behind field of bodies of small rodents. Подожди, ты, блядь, считающий. Я рыба, кстати, чек не в этом. Подожди, а ты короче, говоришь, что... вообще не подходить. Ты говоришь, что вообще ты пересоздал, а у нас бумбокс тут лежит. Я не знаю, я вот сейчас смотрю, сохраняется, два дня. Я только что еще один купил бумбокс, чувак, я думал, ты заново создал. Алло, ты еще один куп. Рекрут, чекни этот шкаф. Какой смысл покупки? Ну я думал, что мы заново начали, типа, и у нас нет бумбокса. А как это без бумбокса-то? Рекрут. Чекни шкаф. Там божий дар лежит. О! Это хуйня, так, я куда, ее куда спер. Мы пойдем? Мы пойдем на экспериментейшн. А мы думали, что это божий дар. Эшеранс, Вов, Фэнс, Марч, Рент, Дайн или Титан. На любой погнали. Виктор, подскажи. Не, это думайте уже сами. А что если в космосе открыть? Не надо подсказывать, нихера. Там нельзя открыть. Не подсказывай. Я говорю, погнали в Рент. Окей. Погоди, а здесь бестиарий всего из трех существ, естественно, нет. Я говорю, бестиарий будет открываться по мере того, как вы будете сканировать существ. The cost road. А кого мы третьим? Бля, это туда направиться стоит 550, чё так дорого? А, то есть нам еще и платить надо за то, что мы... Да. Макс, на первую попавшуюся планету нас высаживай. Типа, больше денег на поездку, больше добычи, да? Логично, да. Больше опасности. Ага. То есть мы можем, грубо говоря, рот, часть игры просидеть на начальных планетах, пока у нас квота не повысится до миллиарда. Маленький спойлер. Квота со временем будет расти. Блять. Я буду. Так, да, игра как бы рассчитана на то, что она будет заставлять вас на более дорогие планеты гонять. Ну это хороший геймдизайн, хорошо. Этот, я буду расти. Я уже покушать успел, пока вы выбираете, куда присесть. Да я не могу, блядь, нормально выбрать, они все стоят что-то. Да мы можем тупо два дня просить. А, мы не можем, потому что времени нет. А как так? Кредит бери или рыбу продавайте. С бумбокса. Пиздец. Кстати, вот интересно, можете ли вы себе так софтлокнуть? Да стопудово есть какая-то бесплатная всратая планета. Короче, мы уже на... Это не сброс полный, мы уже возле какой-то планеты, на той же планете, что и до этого погнали. А, так. Да, это же херня. Так, вы еще... одну и ту же планету можете посещать все эти три дня. Рекрут. О! Ты у школьника украл? Пятая музычка бомбокса. О, нифига тут было, Алло, погнали, у нас время идет. Школа, школа. Пчел больше не бери, пожалуйста. Да нормально, блин, в следующий раз закроем дверь. Пойди нахуй, блять. Где дрон? Максон. Где дрон? Андрей там где-то сидит. Максон, дрон, вообще дрон этот. Есть люди, которые пиздили одновременно два улья.
ну его нафиг. Ули, можно продать, там квоту надо закрывать. Так что... Продать в этой игре много можно. Они уже пошли. Добрым утром. О, я нашел мод. Они куда-то направо... Вот выходишь, и куда-то направо пошли. Или у какого-то моста. Да, просто гуляй. О, ты у них, кстати, да. Они будут счастливы. Слушай, ну сейчас пойдем. О, привет. Что-то голова. Шо, бля, умирать пошли. А там страшилка будет, осторожно. Какая страшилка? Рекрут. Блин, реально. Так. Всё, рекрут. Ладно, оставляй его там. Нахуй не нужно. Так, куда дверь, смотри, закрыта. Открывай. Не вижу. Может, за собой будем закрывать двери? Ничего не вижу. А, кстати, а где? А где? А где нету фонарика в этой игре? Фонарик покупать надо. Мне как... Бля, даже покупать... Ладно, идем на второй этаж. Что у нас здесь? Трубы. Блять, мы рекрута проебали. Я нашел... Тем временем рекрут тусуется в... Я нашел какие-то химикаты. Я нашел какие-то химикаты. О, хуя. Можешь его пить? А зачем? Собирай. Hands full. А оно денег тебе стоит, кажется. Бля, use the shit. Отсканируй. Чтобы open the door. Нам надо было, чтобы... Ну чек не отсканируй, может... Кроме ключей, здесь стоит денег. 72! Пацаны, деньги! 72, нахуй! Я на вход, короче, это отнесу. Они что-то нашли? Значит, надо бежать. Да, кто-то за нами гоняется. А чё там, но я, пожалуй, оставлю. Там, блин, был ебучий паук. Кто? Паук. 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 Я уебал, блин, на крейт. Ну пошли. Слушайте, пошли. Мне кажется, по мосту не нужно ходить так, он шатается. Да нормальный. Ничего себе не будет. Попрыгайте, чтоб Макс упал. Надежный. Ну все, 72, мы как бы завтра прилетим, короче. Игорь, давайте попрыгаем, чтобы Макс упал. Дрон, стой. Где Макс? А Макс вот, там остался. Вот тебе и вопрос, где Макс? По-моему, он внизу. Я его там не вижу. Нет, Максун! Я... Максун! Блять, я вижу улики. Где? Кажется, нет, это не улики, подожди. Это... Я не пойду. Вот это прекрасная игра. Вот как не сканируй, рекрут, не сканируй. Максун пропал. А, вон. А то этот, как его? Не Макс. Так, а он скрипит, я реально туда не пойду. Рекрут, забери эту кегу на 172. Да, я тоже подумал об этом. Пойду отнесу на корабль, короче. Только вы мне не говорите ничего, они же будут знать, живой я или мертвый. Молча смотрите, если я к вам не обращусь, например. Поделитесь полком. Вот я сейчас обращаюсь, Виктор жив или нет? Да. Но... 72. Найс. У меня еще вот эта срака. Угу. Считайте, вам еще какую-то хуйню найти, и вы квоту выполнили. Да, у нас еще пару дней впереди. Но ты молчи. А уже ночь начинается. Нет, не слышит. 2 ПМ. Какая ночь. Я по вот этой хуйне пойду, потом в мосту я не пойду. Он не пойдет по тому мосту. А, он боится по тому мосту, который шатается. Он скрипит, блядь. Он идет. Да не подсказывайте. Ну, короче, Элик, не надо. Подсказывай, да. Я комментируй буду отыгрывать. Ой-ой, а там это, пчелы. Да. О, вот он. А, нет. А куда он полетел? Кто, а Ули? Куда он полетел? Кто, Макс? А, привет, рекрут. Как это, блять, вообще исследовать, если тут нихуя не видно просто? Все, идем. Все, заходим. Все, мощно. Где паук? А что ключ, кстати, делает? Где паук? Открывает запертые двери.
для паука. Трасса надо. Хули ты сел? Заняти. Заняти. Все, идем. Не идите туда, там паук. Мы не идем туда, там паук. Рекрут сейчас вот. А куда идем? А тут... Пошли сюда. Рекрут трасса. Я ничего не вижу. Я тоже не помню. О, тут дверь. Дверь, прекрасно. А тут тупик. Кажется, нам пауку. Не, давай-ка... А, типа давай здесь утечка. Давай здесь утечка, туда пошли. Рекорд, ну, у тебя электричество отключается на бомбоксе. Блять. Рекорд, я... отключи бомбук. Вообще, бомбук подожди, оставь. Бомбук. Я отнесу его на базу, а то у нас... Ёб твою мать. А ты ночью, ты вернешься вообще? Не, все, я могу его держать в кармане. Уже 5? В кармане. А, у нас сейчас будет, все. Бежать надо. Отнесу его на базу. Ого! Нифига! Это музон! Это там отсюда должен... Это трек должен послушать. Слушай, сейчас мы как смирение я не пойду. О, великий момент. Нет! А, все хорошо. Я не хочу, мне страшно. А потом возьмешь какую-нибудь многокилограммовую хуйню и сдать. Короче, Макс, если ты выживешь, если ты наш слышишь, то вернись. Все, короче, сколько? Она стоит, блядь, 9 долларов. Блядь! Трики. Ну ты, Макс, там, я к тебе туда не пойду. Сам себе набирайся сейчас. Я буду смотреть на это. Батарейки принеси. Так, да, Макс, давай, батареек короче, там найди, пожалуйста. Раз. Так, я смогу. Давай, поддержи меня. Там у меня музыка кончилась, так что все, ты пиздатель. Блядь! Смог, я почти соскользнул, понимаешь, почти. Ой, это что? Знак. Знак? Я не буду прыгать, у меня бомбокс, я буду вас... Сколько он стоит? 42, все, уезжаем с этой планеты. Тащи сюда. Закрывать будем. Андрей, стой. Стоп. Пожарный выход. Там огромная лампа. Какая лампа? Да зачем ты бросил знак? Да не подсказывай, Виктор, что там какая есть. Какая лампа? Вот это? Так просрали. Да он просто взял на пол, бросил знак. Давайте я пожертвую собой вдруг. О, слушай, а тут выход есть. Я... Давай посмотрим. Рекрут, я в тебя не верю. Рекрут, мы верим в тебя, давай. Хорош. Ладно. А где? Он вроде наверх поднялся. Нет, слушай, у нас есть знак, у нас нам, есть надо, надо съёбываем. Уезжаем. Там уже 8 вечера. А я даже времени не знаю, где прям... А на улице. Макс, не толкайся, сука. Голова не толкуй, блядь. Это пиздец, это сложнее. Все, сваливай. Пошли, 8 вечера, сейчас нас погнали, убьют. Погнали, вас люблю. Мама убьет. Чё за звуки ломания? Мама сейчас убьет. Можно это вещи бить. Мы сейчас можем встретить очень неприятных людей. Поэтому я говорю, сканируй, блин, на каждом шагу. И ебак, увидишь, сканируй сразу, слышишь? Видишь, что-то красное, нам не... Я вижу хомбасов. А да, этот вроде. Бежит. Это здесь прямо. Бегом, пацаны. Бегом. Он знак оставил. Так он запуск. Ты что, знак оставил? Всё, завтра прилетим. Иди за знаком. Завтра прилетим. За так знаком. Там холм огромный, он съел Макс. За знаком. Он идёт сюда, закройся. Улетай, короче. Всё, улетай. В пизду. Ты дёрнул? Улетал. Waiting to ship land. Да, всё. А он не внутри? Макс, внутри есть желудка. Ты дернул рубильник вообще? Да. Бабки есть? Что с деньгами? Зака 72. Параноидальный самый. Кто?
Макса съел холм. Макса съел холм. Отлично. Я могу нам посочувствовать, вы эту квоту не выполнили. Не, ну, не, погоди, у нас есть, у нас остался только этот. Нам остался только этот. У нас ничего нету, Андрей, блядь, у меня весь лут был. Какой знак, блядь, Андрей, нету знака. А, погодите, я сожрал. Меня сожрали, блядь, со всем лутом. Зачем ты к холму двигающимся побежал? Я от него побежал, он ко мне побежал. Высаживай. Я просто подумал, зачем ты собой птица? Зачем ты дал монстру себя убить? Вот зачем ты дал монстру себя убить? Блядь, мы нам некуда идти, кроме опять же на эту позицию. Зачем на нож упал? Ну, наверное, там. Зачем на нож упал? Это будет, да. Ой. Короче, до ночи не сидим, блядь. Да вообще, как? Что надо это? Двигать. Что это? Это большая тыква. Уровень опасности С. Хуйня, значит, опасность. Нет, опасность. Ой, там сам стрелка, рекрут. Рекрут. А? Ну ладно, домой. Тыква огромная. Ой, блядь! Пчелы. Где? Вот прям перед тобой были, брат. Лучше к ним не подходи. Молнии бьют, слушайте, а бить молнии можно. А где это, с железными предметами лучше не ходить. Вот это я знаю. Карманы их таскай. Да, лучше вообще не ходить. Капец, а чё мы в тыкву? Да. О-о-о, слышно. Акса, слышно. Может, купили по фонарике, нас молния так чуть-чуть не убавит. У нас не на что покупать фонарики, алё. Нас квоты не выполнили. Я два бомбокса купил. А если квота не будет выполнена, то что? А вы забрали второй бомбокс? Нас выкинут в космос. Учитывая, что его нету в корабле, видимо, не забрали. Ты не забрал бомбокс, да, с доставки на прошлой карте? Нахуй бомбоксу, блять, он вас съест. У нас было два бомбокса, один мы просрали. Ну и хуй с ним. Ну так и надо. Все, пошли наверх. Так и надо. За мной. А, давай. Обновилось. Блять, тут мина. А, мина? Это мина? Это мина. Не будем. А ничего нету, в принципе, так что похуй на кухню. Я как по ней уже потопал. Так что аккуратней будьте, это не наступить. А это нормальные звуки? Это мина, так звучит. А. Я еще тоже ключ нашел. Так, тут что-то бибикает. Походу мина где-то. Смотрите под ноги, вот темно. О, типа тут можно пропрыгать. Чё-то нашёл. Так, тут можно пропрыгать, да? Да, вижу. Ну, рекорд, прыгай. Не вижу ни хрена. Всё, тупик. А какой смысл сканировать, если он всё равно не показывает предметы сейчас? Там... Ой. Закрывай. Ёк твою мать, там вообще хреново всё видно. О, я прошёл. Тут я сканирую. Нет света, но помогите. Пацаны, мне страшно. Давайте идите сюда, пожалуйста. Ай, я ни хрена не вижу. На голос иди, всё, на голос всё, иди. Всё, иди на голос. Иди сюда. Оно того не стоило. Иди на голос, говорю. Я говорю, на голос. На голос, мы уже прошли дальше. То есть дальше прошли. Блять, тут дверь закрыт. Ай. Вы дальше. Ага, я что-то вижу. Где? А я ничего не вижу. А ты нахуй свет пустил? Ты шептуна вот этого своего. Ага, дверь закрытая. Я вообще ни хера не вижу, блять. Можно вернуться назад? Ну все. Заметил заметку? Я видел, что там надо открывать двери в терминале. Тут кто-то... А где терминал? Подожди, тут кто-то чирикает. Или мне показалось. А где Макс? Я пытаюсь не разобраться, где я. Я на всякий случай. Иди на голос. Иди на голос. Макс, привет. На голос иди. О, я так... Блядь. Да ты в говно темноте. В говно темноте. Все, закрой. Нахуй не надо. Так у Макса закрыли. Так, тут ничего нет. А где Макс? Не, все, Макс вышел. А, нет, это не Макс, погоди. Максу! Макс! Я иду! Иди на голос! Ты зачем на это? Стой. Пацаны, вас убьют! Тут паук! Ой!
Ну пизда вам. Давай быстрее. Сука. Это не я, тут муха, тут какая-то муха. Блять, вот она, вот она, вот она. Не толкайся. Не толкайся, говорю. Пизда. Ты что, упал? А, чего? А как он? А, их несколько. Они падают, они не могут. Пиздец, у вас их! Сколько вас? Их не подумал штуки. Сколько их тут? А я не пойму. Они падают или. А! Достал меня, я убегаю. Я сейчас умру, я не вижу, не вижу куда идти. А, здорово, мужик. Дрон, ты иди на мой голову. Рекрут, беги, а он уже вышел. А, там выход, я не подсказывай ему. Я говорю, что Макс вышел. Сука, нахуй ты мне сказал сюда? Я слышал. Рекрут! Мы точно шли. Молодцы. Окей. Ахтунг, Ахтунг, радиация, Ахтунг! Что это вы принесли? Кажется, пора уходить. А чё он мёртвый? Ой, оно взрывается? Да, молнии бьют. Говорят, что... Кто? Ой. Кто понесёт? Всё, бери, бери, бери. Всё, идём. Надо Максу дать. Если начинает, короче, сбоить, то... Мы там свет во всем это выключили так-то. Отлично. Ну все, похуй, главное выжить. Главное, чтобы меня молния не ударила. Ой. Вот это, да? Оно куда да, ударило? Вот не в нас, все хорошо. Подожди. Ой. Кажется, в нашу аппаратуру ударило. Он еще а наш... Блин, во, бибика, бибика. А ну подожди. А. Прямо перед нами. Бибик. А все. Быстрее, рекорд, ты сможешь. Отбегу. Он сейчас не сможет. Все, кружка тоже заебись. Давай. Да, мы всего хорош. Лишь нихуя не выполнили. 80. Бля, ну это не хватит. Поехали. В смысле не хватит? А давайте посчитаем. Это впритык хватит! Это хватит! Уезжай! Это нормально? Нам немножко свет выключили, судя по всему. Погнали. Я дергаю рубильник. А, все, хорошо жить будем. Все, мы бабки заработали. Надо... Мы будем жить! Мы спиздили какой-то генератор, меня оттрахал брук таракан, и мы убежали. Добро пожаловать в Little Company. Я рекрут с ними подружился вообще. Самый параноидальный Макс. Не, самый параноидальный ты. Laziest employee, то есть laziest. Я всю эту хуйню донес под молниями, под грозой. О, а поехали, куда? Поехали продавать. А куда? Ну посмотри, что тебе пишет. Лендшип, подожди. Слышишь, что говорит? Макс, высаживай нас. Макс, высаживай нас. Только рубильник не дергайте. Так, хорошо. Пока. А куда нам надо? В терминал, а как нам, а что нам надо делать? Дергай рубильник. Макс, ты бери читалку, а я открываю этот. Так. Отхер. Не надо нам ничего покупать, дурак. А я хочу ничего не покупать. Куда ехать, чтобы выиграть? Куда надо и что делать надо? Да. Как поехать? Виктор, нужна твоя помощь. Мы сейчас отправимся. Я говорю, просто не дергайте пока что рубильник. Дальше разбирайтесь сами. Отлично, спасибо, Грифон. Мы просили помощи. Я говорю, не дергайте рубильник, и вы будете жить. Я вам говорю, дерните рубильник. Как в космосе типа? Так, окей. Так. Блять.
про это нормально ты читаешь? 71 Гардион. 71 Гардион. Road to the Company Building. Located on 71 Гордион, короче. Смотри список лун, короче, ищи там Гордион. Угу. Эксперимент Лоус. А, чё? Чё? Откуда был взято? Не в интерьере. Откуда формочки спиздили? Я спиз. Откуда ее спиздил? Можно кексики печь. О, Кристина, призови сюда. 71-й Гордион в лунах, смотри, там ищи. Комбо... Ага, о, да. Так. Пока все работают, рекорд отдыхает. Don't loiter around the counter. Так, ну допустим, я нас направил в Company Building. Что дальше? Давай, теперь не высаживаться, что ли? Давай, лендшип. Вот теперь да. Добро пожаловать в прекраснейшую компанию. Я не хочу больше играть. Вон касса. Касса. Короче, нам нужно все положить туда, а потом дернуть. Хорошо. Ай, желательно отойти от нее. Ой. Сейчас я еще положу. Стой. Я положил. Ключ давай продадим. Нахрен нам надо. Ключи, кстати, не стоят ничего. А, тогда ставь. Он нам пригодится. Хорошо. Не, они вроде как стоят там 5 баксов, ходим, но, по-моему, нет. Идите подальше. На сколько далеко? Подальше. Все, ждем. Рекорд. Поздоровайся. А, фига, что вкусно тебе? Всосало. Да что такое, блин? 269, все, подняли. Let's go, закупаемся. Закрой, покупай бэкбоксы. Так, не закупайся, нахуй, блять, нам квоту надо еще выполнить. А мы разве не выполнили? Стой, я хочу фонарик-то, ёпты. Флешлайт 15. Подожди, 130? Ну ладно, купи за 15. 269. А, надо было 130, да? Квоту сделать. Да, но вы сделали больше. А нахер мы сделали больше? Чтобы мы могли за оставшиеся деньги это себе улучшение купить. Просто, чувак, мы могли бы это оставить, да, и потом, короче, за следующий год. Нет, к сожалению, она не переносится. Оно переносится, Максон, но прикол в том, что если вы все сдохнете, вы все потеряете, кроме денег. Так, то есть, да, вы можете оставить лук на потом, но вы рискуете его потерять. Стойте, а я купил флешлайт. И чё? И где он? Видимо, высадится на планете следующий. Ой, давай, а где мы? Что? Он прилетел. А, это типа он так прилетает? Ой, рекорд за бомбокс, кстати, может быть. Ура! Ты купил один бомбокс рекорд. А вы ничего на своей не можете? У нас лучше бомжи. Я тоже хочу. Я что-то туда не очень хочу. Что-то страшное место. Купи два фонарика. Страшная игра. Я не хочу. Я вот, понимаете, я до смерти боюсь насекомых. Поздравляю, теперь ты будешь с ними дружить. Оставайте там. Я понял, он реально левый немножечко. О, рекорд за бомбокс. Пиши второй фонарик. Пошел нахуй. Он справа рекорд. Он просто выпадает как говно. Он в одном и том же месте рекорд. Погодите, у тебя его украли. Фонарик и две рации. Где рации? У тебя его украли. Все. А сколько раций стоили? Хуй его знает. Блять, охуенно, мы сейчас квоту еще не выполним, так. Рации стоили по 12.
А где они? Слушай, я же их купил. Так спиздил, наверное. Фонарик ваши украли. О, кто-то лор нашел. А ну, я сейчас посмотрю по бабкам. Ой. 215, а, о. О, там еще приехал. Мои рации. Мои. Прием. А где они? Все. Лоха кончена, если что. А где? Первый, а второй, как слышно? А где рация? Прием, прием. Вы две что ли купили? Первый. Просто охуенный тимбор. Слышно хорошо вас, прием. Люди, а вы чё? А мне? Первый. Ты сам все купи. Первый, прием, вот бой. Первый. Сообщаю. Квота выполнена. Альфа, Дельта. Рекорд, ты же еще вроде фонарик. Ой. Рекорд. Кто ему? Так мне нужны именно радио. Имакс украл его. Да, я с радио буду ходить, это меня светить будет. Волки-полки. Нахуй я не охерел, так и называется, если честно. Вот эти игрушечные рации, которые ты типа в детстве знаешь таскал. Я случайно просто радио купил. Ой, не, я не покупал радио, все, забейте. А вот и фонарик. Хэллоу. Это я себе беру. Ты меня слышишь? Ого, прилетел. Не держава не тает, ты меня слышишь, алё? Голова. Рекрут музыку. Музыку включает. Вот теперь слышу. А до этого не слышу. До этого не слышал, прием. Бля, значит надо держать рацию, чтобы было слышно, прием. Нет, нужно ее включать. Ты её выключил, что ли? Конечно, она же разряжается, прием. Понятно, прием. Ну вот и рот завали свой, прием. Ты чё, хуй? Иди нахуй. Этих слов нахваталось, а? Ну погнали, я не знаю дальше. И вообще тут маты запрещены, да. У нас, блядь, куда пойдем? Поехали, на любую планету. Где враги есть? Давай. А у нас еще деньги есть. Можно было радио купить. Я не знаю, зачем нам радио. А еще здесь есть какой-то батарейка. Даже здесь нормально работает выбор предметов на колесике мыши. Я бы единичка двоечку делал бы не жесты, а непосредственно этот. Пацаны, заряжается. Я все время не заряжал. Поехали торговаться. А так надо делать, Виктор Ильич? Да, вообще-то... да, у вас батарейки так заряжают. Надо... мы улетаем. А почему улетаем? Ты угораешь? Просто понимаешь, в чем прикол? Ты это нашел, наверное, минут 10. Пусть как рекрут это уже нашел. Не максон. А пацаны, тут можно заряжаться. Эти чуваки такие с заряженными фонариками. Да, братан, круто. О. А кто мой фонарик спиздил, блядь? 241, все, рванули. Все, высаживай нас. 241 надо выполнить. Кто мой фонарик спиздил, уёбки? Рекрут. У меня нет. Никто. А я его положил сюда. Нет там ничего. Я не трогал никакой фонарик. У меня рекрут не брал, мой фонарик до этого был. Рекрут не брал. На рекруте все подозрения. Вон радио есть. Первый рация, украли, блядь, фонарик, да. Прием. Я покупал фонарик себе, уёбки, блядь, где мой фонарик? Украли фонарик, прием. Ну, это подозрение. Так. Я знаю, отлично, что полетели в следующую квоту выполнять, прием. Тогда, если рекрут не отдаст мой фонарик, то тогда мы все вылетим в космос. Точнее, я без вас лечу. Так, куда летим? Первый попавшийся луна, давай. Какой ты ошурец, погнали. Тебя спалили. Да, у Макса фонарик. Макс, отдай им. К Максу у меня больше, блядь, это доверие. Не, знаете, я вам обоим больше доверяю. Ко мне больше доверия, прием. Понимаешь, знаете, это та игра, прием, в которой ты теряешь друзей.
А, это на Наполеона на компьютер. Меня слышно на день променяли, сейчас меня, блядь, на фонарик променяли. Так, все, сейчас мы высаживаемся. Готовы высаживаться. Пошли. Короче, я буду тогда оператором, блядь, смотреть по камерам вас. Нет, ты будешь идти, никто не будет сидеть на камерах. Он будет оператором ЧПУ станка. А я без фонарика никуда не пойду. Купи фонарик, блядь, из общака. На, короче, фонарик будешь светить. И будешь, да, кстати, ты можешь и на лунах покупать. Так что... Я уже покупал, я бумбокс на луне купил, никто его не забрал, мы просрали 60 рублей. И рублей, я сейчас покупаю. Ты чё? Гриф держи. 60 гривен просрали. Вообще кого кваты какие-то рыбы. Мать, бумбокс за 60 гривен. 400 рублей, ёпта. Так, ладно, Я его скину. Я его тебе скину, нет, твоя была прерогатива его зарядить. Там тебя не слышно, у него рации нет. Так, я, так он с рацией говори. А, у нас рация есть, окей. Дрон, прием, прием. Я куда-то лезу. Дрон обиделся. Я куда-то залез, тут охрененно сложный вид. Дрон, мы за, куда-то залезли, прием. О, видишь, там это какой-то бойлер какой-то огроменный слева. Дрон, тут вражеские монстры, прием. Ой. Вот эти, кстати, они не опасны? Тут злые, вот эти, которые летают. Прием. Летаки не опасны, летаки не опасны. Голова ты бессмертный, блять. Ой. Бессмертный вот так вот, ты просто перепрыгнул, блин. Раз. Я упал, блин. Прям подтверждаю. Немножечко. Некоторые. Дерись. Дурачки. Рекрут, дерись с ними. Они красивые, я не буду с ними драться. На истребителей похоже. Не опасно, повторяю, летающие птицы не опасны. А то истребители. Блять, куда нам идти? Нашел главный ход, прием. Повторяю, нашел главный вход, прием. Куда ты, блядь, там нашел этот вход, блядь? Нашел вход, большой квадратный прием. Кажется, Макс тоже упал, прием. Я не упал. Поднимайся с колен, прием. Я не упал, я слез с лестницы, блядь. Так залезь и упади, прием. Туда должен быть адекватный вход, я не пойду по трубе. Ну, можешь по низу. По низу. Ну вот и по низу и идут, вообще. О, нашел вход. Вижу тебя. Прием. Прием, блядь. Макс, я тебя не слышу, когда ты не говоришь слово «прием». Ты ж по рации говоришь, ты ж не знаешь, ты как рацией пользоваться. Блин. Не знаешь, как рацией пользоваться. Прием, если говоришь по рации, время ты говоришь, идет. Прием, понял, прием. Мы полдня потратили на то, чтобы найти вход. Андрей, прием, ты, блядь, где? Мы на ход, где ты? Где, блядь? Я не буду разряжать свою рацию, потому что... Прием, Андрей. О, вижу Андрея. Андрей, не прием. Вижу двух воров фонариков, прием. Нет у меня даже фонарика, отвали, блин. Все, вылезаю. Вот их круто убьет, и мы узнаем, у кого. А кто-то помнит путь, да, до корабля? Нам знак. Нам знак. Блядь. Кто-то помнит путь до корабля, брат? Я могу ориентироваться нормально в пространстве, так что не в пространстве. Отлично, Андрей умрет первым. Мы постараемся. Не, я знаю путь до корабля. Ну типа, а в чем здесь проблема? О, сервера Танкова. О, сервера. А то я смотрю, что они такие сгоревшие. Тут должна хлебница тогда быть, ты чё? Или гнилой картофель. Ничего нельзя. Все, кто сюда зайдет. Ничего нету. Рекорд, прикинь, это все на Зионах работает. Да, это все на Зионах. Чувак, Зионы на серверах — нормальная тема. О.
Удлините, удлините. Вы еще что-то прислушиваетесь к звукам вокруг. Там что-то рычало. Я не хочу туда. Там что-то. У тебя фонарик пошел, блядь. Я не хочу. У тебя, блядь, фонарик. Я не хочу. Мне похуй, ты рад, дай фонарик. Тут нихуя нет, что-то, блядь, что-то справа рычало. Вот тут рычало. Алло, прием. Да, оно что-то рычит. Я пошел, прием. Мужики, оно рычит не надо. Ничего страшного, порычит и перестанет. Че бубнить-то? Так. Это мне. Че это, сколько это стоит? Сколько-то стоит? Давай, сколько. 41, нормально. Нормально. Оно что-то два места занимает? Ты мне свети. Нет, его просто в руках надо держать. Понял. Но когда к выходу отнеси? Так тут что-то небольшое, ничего нет. Мне будет свети мне, пока я к выходу иду. Металл скрипит. Ай, блядь, спаси меня, пожалуйста. Поверил, я куда? Нас нечего спасти. На выход уходи, они от выхода отмирают. Сюда беги. Бегу. Налево. Эксит, блядь. Чуть-чуть правее. Куда пошел, блядь? Ты что, быть не можешь? Я застрял. Я увидел кнопку Exit, сука, чуть-чутку свернул и просрался. Ладно, все, пускай я. Понес меня. Мы вернем братана домой. Он тоже денег стоит. Ну, блядь, мы одновременно. Тогда подожди, возьми вот этот предмет. Я понесу эту херню, ты какую-то. Посмотри, сколько он стоит. Они вещи мои с инвентаря забрали. А, ничего не стоит вроде бы. Они походу вещи с инвентаря не взяли, но вы не говорите им. А где он сдох? А, они попасли. А, нифига. Вот у кого два фонарика был, уёбок. Сука. И как он труп понесет? Блять. А что? Ней, ты где? Я тут. Братан, а куда идти? Прямо. Вот это эхо у них. А проксимити чат в лучшем виде. А дальше куда? Охуенно. А, ну вот, нашел. Такой бы звуковой движок Delirium мог сделать. Осторожно, ни в коем случае не... Что это сейчас было? Добро пожаловать в Lethal Company. Тут вас ваншотит... Рот закрой. Земля. Просто. Ты умер от земли. Я просто слышу такой звук. Бум-бум-бум-бум-бум-бум. И рядом с моей аватаркой появляется аватарка дрона. Я, блядь. Все, да. Я, блядь, не могу. Мне нравится, что Макс не понимает, что происходит. Я просто шел и умер. Дрон просто исчез. Знаешь, как карандаш Джокера. Макс такой, что-то идет, за ним идет дрон просто. Макс оборачивается, дрона уже нет. А, где, что? Он глупый. Так я понял, Андрей, не верну, ладно. А еще не вернет фонарик, еще не вернет этот. Pof you dead. Is nice. Я наверно два фонарика. В следующий раз я сейчас закупаться не буду. Не вернет рацию, не вернет фонарик. Эх. Да ладно, вот с этим еще окей, ладно. Где он носит? Нихуя себе болтик! У нас 70 есть, айфона. Нам еще 70 надо. Магнитные болтики. Ну все, показано, что сдохли. Опять я лазист employee, я ничего не сделал плохого.
Хули я лейзер с комплоини? Чё, дрожь? Подо мной... Нет, стой, стой, стой. Я понял, я грифона слышал. Подо мной затряслась земля, и я увидел экран смерти. Мне больше понравилось, что она затряслась подо мной. Но я почему-то выжил. Мне просто нравится, как идет дрон, идет Макс, Макс что-то смотрит на дрон, и идет дальше, такой там, та-та-та-там, что-то пиздят, пиздят, тут такой хлопок просто. Макс оборачивается, дрона нету. Рекорд, думаешь, почему я с вами тут сижу? Это игра идеальный генератор таких моментов. Слушай, вот... вот просто на секунду. Слушай, если мы будем говорить хлопок, то тогда, мне кажется, мы это Луганск. Так, дайте я отойду, пожалуйста, ненадолго. Макс никуда не отойдет, я тут видео на бандикам пишу. Ага. Почему бы не положить его? Ой. Я пробил дверь. Я случайно один купил. Дырку. А, купи, слышь, мне новую рацию и новый фонарик. А то у меня нету больше рации и фонарика. А, ой, стой. А я могу несколько написать, типа? Да. Buy flash. А типа потом номер написать или что? Да, да, да. Buy flashlight 12. Нихуя себе. Окей. А потом еще что, радио, да? Ой, этот... А то нам радио нахуй. Ой. Блять, типичный пользователь бабушкиным компьютером. Чай. Слушай, я йогурт принесу, пока вы тут играете. Я йогурт принесу. Order flashlight amount. А, понятно. Только один тип предмета, что ли? Или типа... Или нужно два раза buy, типа, прописать. Buy... Flash... Buy... Волк, два. А, флешлайт. Нет, ты чё? Ладно. Ладно. Один предмет, так один предмет. Бля. Просто дрон исчез. Как, блядь, я не знаю, что, сука, из-под земли достали. Ты вор фонариков. Тебе я не купил. Ладно, я куплю новый. Я тебе купил, не надо. Я не такая крыса, как ты. Пиздобол, говорит. Так по итогу было два фонарика у Рекута. Нахуя эти два фонарика? Я один фонарик был. Так почему он два нашел? Ну, твой нашел, наверное. Нет, фонарика не было. Так, блядь, мой в руках. Так. Чего вы уже купили, блядь? Какие четыре предмета? Высаживай. Волки-токи и два флешлайта. Да, высаживай нас. Капец. Надо лутать. Джесси, надо лутать. Почему мы как 241 он... должны? Мы все, мы уже давно должны. Так, 41. Увеличивающаяся сложность. Да, по факту. Ну, пошли тогда, 74, не знаю, эксперименты. Мы вроде были сейчас на Assurance, поехали на эксперименты. На любую давай. Я готов на любой движ, кроме голодовки. Вы потом посмотрите на цены других вещей в магазе. Вы поймете, почему. Ну, я понял, что радио 50, но зачем нам радио? Так, А мы уже приземляемся или что? Не приземляемся, я тогда сам отойду. Куда ты отойдешь, а высаживаться когда? Как ем и ем. Бля, такая шотпостная музыка на самом деле. А шо им там? Музыка сраная. Я не знаю, кто эту музыку писал, но этот чувак ёбаный гений. Так, ну ждем Андрея и потом высаживаемся. Спрашивает, как тебе новая пугалкина? Я пишу. Ржомба. Арина спрашивает, кстати, луняшек. Бля, вот была бы она с нами. Нима, спешу. Вот.
говорит. Эх! С ней весело. Была бы она с нами. Ох, как же смачно, я обосрался. А ты написал хотя бы, что ты, что весело. Так, я тут. Я написал, что зомба. Блин. Ну все, вылетаем, вылазим. Вылетаем. Ура! А че? А... Так вы не опоздали, не позвали. Молиться. Стор. А, не, все нормально. О! Мы летим, мы прилетели. Experimentation 41. Ты куда, спидранер? Слушай, тут Т-рекс гоняет, давай назад, а я его сосканирую. Вот да, тут... Тут реально Т-рекс гоняет. А я не могу его сосканировать. Вызер алерт. Макс, прыгни к нему и сосканируй его поближе. Иди нахуй, блядь. А где покупки? Где наши покупки? Слушай, я подумал... А как он зубастый? Сканируй, сканируй. Он очень зубастый. Я сосканировал. О, да, я тоже. А он к нам идет, слушай. Айл из драк. Ой. Оно издает звуки. Макс, блядь, забери. Прилетел. Отлично. Короче, бумбокс жертва. Блять, оно там тоже на место. А, ну слушай, он очень... Он, ему кажется нрав... А, слушай, а ему не очень... Ему больше нравится вот это, что там происходит на улице. Да. Ой, не только звук! Что ж, у нас проблема. О, Макс кричит. Там Макс кричал. А я могу переключить? Когда мы дверь закрывали. Не-не-не, он вроде жив, он вроде жив, смотри. Стоп, он за дверью, за дверью, слышно, Кеся? Не-не-не-не, он не... А, этот за дверью? А, я не знаю. Этот, блин. Помогите. Штребан. Маленький тип про. Не надо никаких типов. Давайте. Ладно, тогда просто намек. Радар немножечко крат работает. Я тут. Ух, Димакс придет, как ему понравится. Потому что этот штук до сих пор здесь. А, вот не здесь. А где Макс? Не вижу Макса. А покупочки-то надо забрать. Это без шансов. Я улет... Стоп. Да, Макса нету на... Нет, Макс есть, я не улетаю. Сука, надо покупочки забрать-то. Надо забрать покупочки. Макс сидит в окружении просто. Скорее всего, нет. Он только так что вертелся. Это будет прикольно. Я... Так, ну Макс живой, вертится. У меня тут внутри... Так, Макс застыл. Я еще посмотрю немножко. Макс живой. Я не буду улетать, пока он живой. Жалко, я... Ты прошарил. И мне нравится, как Макс тупо этот, в окружении красных точек, как та девушка на диване. Это да. Мне просто дико хочется на это посмотреть, но я этого не вижу. О, тут камера есть, я могу посмотреть, что на камерах происходит. Я так хорошо все вижу на этих камерах, но этот чувак прям тут вот. Ходит. Я не могу выйти, потому что... И как мы квоту выполним? Ах, блин. Ай! Да, ой.
А, Макс наверху сидит, сука. Ой, я такой побежал. Прям пизда. Держите правую кнопку мыши, чтобы автопилот убежал. Короче, пизда, классно бы высадили, слушай, я так подумал. А самое даже, главное... Ты думаешь, у них искусственный интеллект, они слышат, когда мы пиздим, или не слышат то, что вроде как я говорил, mm-hmm. реально, что он не слышал. Mm-hmm. Слышат, да? Mm-hmm. А, то есть надо молчать, я понял. Эх, хуй пойми их яишку, когда он там грыз дрона, я сидел, типа, говорил, он меня не трогал. Второй раз сидел, говорил, я скажу, он не трогал. Тут у каждого монстра своя яишка, это прям охуенно. Я понял, буду в следующий раз молчать. Я думаю, если бы я не молчал, ой, если бы я молчал, он бы меня не убил. Нет, у тараканов другая фишка. Бля, дрон. Это уже думай сам. Дрон, меня слышишь? Кола, здорово. Здорово. Да, слышно тебя. Слышь, дрон, давай, короче, этот. Скомандуем сейчас, пока Макс бежит сюда. Скомандуем, чтобы автопилот улетал. Я верю в Макса, все. Там дверь закрыть. Хуя, их там 3 штуки. Чувак, их там 4 или 5 было на самом деле. Макса трупы остались в корабле. О нет. Блять, ужас. Почему он молчит? Я не успел. Ой, I'm most profitable. All scrap lost. А, вообще весь скраб. Мы что проебали, пацаны? Мои рации и фонарик остались. Бля, а я думал этот... А я думал, короче, скомандовать, чтобы автопилот улетел, короче. Ну мы бы тогда, наверное, тоже проебали. Что проебали? Слышь, если бы... По-моему, если бы ты скомандовал автопилоту улететь и никого бы на борту не было, это тоже считалось бы проигрышем. Бля, я думал насчет да. того, чтобы этот, я думал, я смотрю, Макс там что-то сидит в окружении я этих хотел... дамочек, блин, да, я думал... Я хотел надо, скомандовать. Макс... Да я хотел скомандовать, чтобы кто-то, чтобы хоть кто-то выжил. Но я хотел... просто смотрю, Макс хотел... забегает, уже дергает за рубильник, и сзади него просто огромная еба бежит. Андрей, не надо вызывать закрывать. Эту хуйню, потому что если вы, вызовете если вы вызовете автопилот, то вы непосредственно и меня убьете. То я есть, знаю. Если нету члена команды в корабле, это смерть его. Ну там-то был рекрут. Кстати, да. Я ж думал. Вот поэтому оно считается проигрышем. Тот момент, когда типа, я ж думал. Единственное. Но я смотрю, ты живой, я не знал, где ты находишься, поэтому я решил тебя подождать. Подождал, да, охуенно. Я видел, как она тебя жрала. Да, я смотрю, они вокруг меня ходят, я подумал, ну и хуй с ними. Видел, как нас всех съели, Макс. Вы пофиг вообще, не срать, побежали. А вы где? А, он же купил покупки и продал продажи. Надо этот забрать. Где? Надо откалибровать калибратор, короче, оптимизировать оптимизатор. Сейчас будет. Ой, сейчас будет. Где? А, так они другим ходом, походу, пошли. Да, они другим ходом пошли. Давай на ротал посмотрим. А, они уже прошли внутрь, а я туда пришел, их там не было. Я ж потом на мосту не пойду, я буду ходить только по бетонным. Кола, а ты тоже в эту штуку играл? Угу. И как, тебе нравится? Здорово. Хорошая игра. Правда, вот... А я тут сижу с попкорном, воображаемым, наслаждаюсь первым экспириенсом этих господ.
Ну то, что в Дискорде сидят, не очень, конечно, да. Там надо walkie-talkie. Они меня не слышат, если что, я их не слышу в Дискорде. Да, так что кола. Да, не совершай мои ошибки стартовые. Общайся так, чтобы не было понятно, о чем ты говоришь. Чтобы было понятно только с кем ты общаешься. Где ты там, блять, вообще? Что вы тут, Волок? Что вы тут, тут трели, голова? О, здорово. Здорово. Блять, это что-то страшное. Он нормальный. Он не нормальный. Ага. Ага. Слушай, мне кажется, он дед. Во-моему, я смотрю, он что-то стоит, смотрит. Я думал, что он хорошенький. Ладно. Слушай, Макс, нахуй эту квоту, нахуй эту игру, в принципе. Если они по бокс не заберут, я новый куплю. Макс, ты жив? А, пацаны! Не говори ничего. Я жив, но вот голова не очень, походу. Беги! Ладно. Он там, блядь, звуки издавал. По-моему, Рика-то сожрали. А нам что делать? А, я не знаю. Пошли в тугую часть. Смотри. На одной стороне у нас... что у нас? Ну эти. Хуи дрочёные. На другом пики точёные. Погнали. Причем пики точёные со стороны турели. Долбоёб! Хуя там вас расстрелять. Ну вообще выключается, нет? Ты думаешь попытаться... Ты пытаешься типа проскочить? А может они, блядь, мои бомбоксы? Я пытаюсь понять, как работает. Слушай, можно добежать до следующего перехода? Рубрика «Эксперименты». Так, она там прям открыта, там даже дверь не закрыть. Там на контроле тоже не прекрасно. Говори без намеков. Ой, блядь, оно больше! Будет ржака, если я сейчас нажму правую кнопку до конца. Да, нет. Подожди. Будет ржака, если я проголосую. А, оно не моментально, оно не моментально. Ну, только найти, можно что-то максимум только найти... Да, это будет что-то типа очень плохо. Я хочу их затроллировать. У нас нет, в принципе, вариантов, нам надо идти дальше. Но мы проиграем, если это сделано, это будет так смешно. Нам надо найти второй выход. Это будет так смешно. Fire Exit. Да. Оно того стоит, чтобы было смешно. Конечно. Хорошо. Типа у нас и так и так осталось всего немного времени. А ну они это увидят. Ты охуел, голова? Хуёбок, блядь. В любом случае, ищите другой вход, который вы хрен найдете. Так что... Погнали отсюда, этот уёбок. Слушай, может, если терять ничего, то я, может, хотя бы его труп заберу, а? Где ты его не заберешь, труп, блядь? А терять нечего. А слушай, а времени слишком мало, ладно, убегаем. Они где-то бегут. Пидорас, блядь. Yes. Вот, блядь, один причем сдох, это наоборот должно работать. Типа, чем больше сдохло, тем меньше надо. Нет, он, блядь, один нахуй вызвал. Я говорю, это игра того типа, в которой ты теряешь друзей. Во всех смыслах слова. Сейчас мы потеряем свою жизнь. Давай, давай, я думал, в ДНД типа такое. Нет. Может быть. Сраза, сукин сын. Ну, все, прощай, жизнь, милая, блядь. Бумбокс не, у нас еще остался, у нас еще там у вроде один день остался. У нас не осталось денег. Мы сейчас улетаем, у нас дедлайн 0 дней.
Не, ну типа 0 дней, но это типа самый последний день. Мы нет, можем... Андрей, в этот самый последний день надо продавать как раз таки предметы. Если мы сейчас полетим куда-либо, нас сразу выкинет. Лазист эмплой, так и будет надо, блин. Коллектит 0 нет. Ты уебок, блять. Ну ты уебок. Это ты уебок, ты мой бумбокс не забрал, я отомстил тебе. Пошел нахрен мои бумбоксом. Да, да, нас фонарики спасут. Все, высаживаем, смотрите, у нас 0 дней осталось, мы можем еще что-то... Открывай, блять, эту херню. Он 240, надо просто найти что-нибудь дорогое. Побежали. Сухую, блин. Рванули. А что на живы? А мы как только отсюда поднимемся, мы как только отсюда уйдем, мы сразу умрем. Нам есть вообще смысл хоть куда-то сейчас идти? Идем. Рванули. У нас нет смысла куда-либо идти. Спидран! Стойте, стойте, кто-нибудь остановитесь. Че такое? Короче, нате вам фонарик. И рацию, блять, разбирайтесь, я буду в корабле. Да может я буду в корабле, я красный. Мы оба красные. Интересно, почему? Все, я слышу, прием. Погнали. Да я никого. Кому ты это говоришь? Он единственный, у кого это было. А, то есть вы единственную рацию рекруту отдали. Бля, надо бумбокс купить. Слушай, вот у меня молния бьет. Дважды. А они говорят, молния два раза в одно место. Так тебе и надо. Потому что у меня электроприборы есть в руках, а? Так она не два раза, она четыре. Так, молния два раза в одно место не бьет. Мне кажется, да. Бьет гораздо больше. Факториал 8. Первый. За нами будет наблюдать Макс. И смотреть, как мы умираем. Первый, мы нашли банку с колой, прием. О, кстати, о коле. Налью-ка я себе. 62, брат. Первый, ты что молчишь, прием? У нас есть шанс. Вот уёба. А кто кому? А кто кому купил? Вот уёба, слышишь? Пошли. Мы должны все забрать. Голова, прием, меня слышно? Нет, никак, нет, прием. Короче, я вас буду направлять. Мне кажется, меня сейчас можно. Я вас вижу по камере. Рон, вернись, блядь, куда ты пошел? Вы сейчас находитесь в очень большой комнате. Ну или тут. Никак тот, нет, прием. Прием, мы потеряли дрона, прием. Каким образом ты его он потерял? Он ушел от меня, прием. Он пошел в сторону ящиков, блядь, ящиков другого леса. Он у меня. Шипа, прием. Он у меня, не волнуйся. Ты приди его сюда, прием. Я гашу рацию, отбой. Я их подожду. Графика тут жопная, стилизованная такая. Подожди, какая графика? Стилизованная такая, жопная. А, ну да. Я просто сам туда не пойду, я раненый, меня никто не спасет. О, вот это нормально, красная сода, можно пить. Я уже пью. Я так хочу колу, но я уже пил сегодня. То есть, если я внутрь пойду, сейчас меня убьет какая-нибудь срака, и я просто всру предметы. Я подожду этих, пока не подойдут. Хотя, мне кажется, снаружи куда опаснее. Конечно, молния бьет рандомно, но я вроде под навесом, как под навесиком, но я так подуболка. Пуп! И прямо в меня, знаешь. Не, вот эти вот, которые бьют, они рандомные. Ну вот прикинь, сейчас кто-то под углом так буп и прям в дверь, в меня прям. Ну... Я сколько на фоне летсплеев не смотрел, я не видел, чтобы кого-то рандомно убило. Дрон у меня!
кого я тут жду прием? Он говорит то, что он уходит к тебе. Мутаться дальше. Прием где? Прием. Что еще говоришь? Прием. Говорю, жду дрона, прием. Прием, дрон идет к тебе. Где ты находишься? Даскерс мультиплеер. Он что-то сказал? Чего не отвечаешь, прием? Блин, иди, говорю, прием! Аккуратно со своими желаниями. Пошли вы нахуй, твой ёб, блядь. Прием. Прием. Прием, засыпай, прием, садится, блядь. Принял прием. Там что-то огромное, я не хочу. Где-то там есть враг, прием. Заметку на карте. Возвращаюсь обратно, прием. Прием. Что стоит? Не рядом с тобой, не рядом с тобой. И не говори. Если рядом со мной нету, прием, это хорошо. Понял, прием, а приеме, прием. Я это видел, прием. Прием, он автопилот включил, через час он влетит. Ну что, ящик, блин, отправил корабль, прием. Прием, да, он сейчас отправит корабль, блядь, через час он отлетает. А я видел только что охренительную лампу, прием. Прием, я не знаю, что там в видео, но она убила его. Я ничего не слышал. Иду на корабль, прием. Мое желание сбылось. Так тебе надо, прием. Не видел. Прием. Я бежал от огромной ёбы. Ой, блять. Ну, судя по всему, ты уже мертв. Так что сейчас автоматически улетает. Рабль. Да, я слышу эту хуйню, которая выходит на улицу. Да никто там не ходит, там пчелы. Самый ленивый. Какой хороший список. Most profitable. Мне тупо, я же говорил, что я красный, да? И ты умер. Я просто иду к кораблю и спотыкаюсь об уль. Буквально спотыкаюсь об него. Там, кстати говоря, гигант еще вылез. Ну все, прощайте. Приятно было с вами работать, пацаны. Приятно было познакомиться, хорошо поработали. Я вас ненавижу.